Меня зовут Илья Поляков, находимся в подкомплексе «Лаки Пластер», где в четвертьфинале турнира памяти Артема Амажулова встречается команды «Алмаз», «Планта», «Черно-синем», команда «Фу» в белой форме. Уже определены два полуфиналиста. Команда «Рекорд» и команда «Ливерпуль», «Росгвардия». Вот сейчас появится третий участник в полуфинале матча. Скидка пяткая. Не проходит мяч. Достается все-таки снова «Алмаза». Никита с мячом, обыгрывает между ног, все, но он удар нанести не дают. Руслан пробивал, точно. Никита получает повреждение в атаке, но готов продолжить встречу. Неожиданно, но мяч по-прежнему в Уфу. Передача на Эльнура. Ошибка 3 в 1, так, но оборона уже вернулась. Серия финтов, но Эльнура не удалось пройти, запутать. Там Шульц пасует назад. Алексей. Но с мячом отъем. Закидушка, попытка пробить головой, не получается. Хорошая скидка, 1-1 выход у Никиты. И голкипер выручает Андрей Овчинников. Именуемого гола. Выстрел издалека, Константин на месте. Два-два идет атака, Никита закладывает финты. Но тут на постановке Артем выбивает мяч. Фу по-прежнему в атаке. Команда «Алмаз Планта» является действующим обладателем. Выиграл третий турнир памяти Артема Амажулова. Серия финтов. Константин не купился. Отвел угрозу от своих ворот. Команда вот «Фу» выиграла второй турнир. Так что вот встречаются чемпионы. Смотрим, какой из команд удастся пройти дальше, побороться, чтобы сделать дубль своеобразным. Сергей пробивал на опережение. Игорь Хибеньков действует отлично. Бьет, шанга выручает. Yeah.
Хорошая комбинация, но Дмитрий Петушин бьет издалека, это на взятке. Опасная атака. Удар. Каркас работает. За команду МТЮ. Угловой выполнит Алмаз. Удар, мяч в воротах. Игорь Хибеньков забивает в концовке первого тайма. Больше всего команда вперед, 1-0. Закидушка проходит на Никиту. Но пройти Сергея Савины не удается. Тут Сергей блокирует удар головы. Мяч у голкипера. Заброс не точен. Ближний угол. Не хватает точности. Первый этап заканчивается. 1-0. Ведет Алмаз Пата. Большая пауза. Лена Сторонная. Удар. Руслан прерывает передачу. Удар не получается у Никиты. Все появились на поле. Хороший пас и мяч в воротах. Артем Шик забивает. И праздный гол в стиле Гаррета Бейла. Тут Ильнур отлично действует, подстраховывает. Мощнейший выстрел. Руслан Воронцов. Забивает красивейший гол от штанги. Идет на замену. Hop.
душка, Игорь пробивал. Да, сильно не получился. Дмитрий пасует на Никиту. Вот Дмитрий с мячом. Сохраняет передача. Удар. И защитники блокируют. 2-1. Артем набирает скорость. Передача. Хитрая комбинация. 4-3 идет атака. Удар в касание. Голкипер возвращает. Хороший контроль у Игоря. Закидушка. Астани Клыпин в ближнем бою действует безупречно. Счет у нас по-прежнему 3-0 ведет Алмаз Планта. Никита обыгрывает троих, четверых, троих. В общем, всю команду забивает. Гол 3-1. Никита Наширванов, 13 номер. Практически один на один. Тут Артем Шлык возвращается и отводит угрозу от своих ворот. Артем с мячом. Перевод на Тёма Шлыка. Небольшое недопонимание у партнера. Хитрый пас перехватывает. Алмаза. 3-2 идет атака. Передача. Точнее, удар был в ближний угол. Константин Клыпин реагирует. Мощнейший выстрел. Не точно. Пас пяткой. Чуть не точно. Дмитрий Петушин начинает атаку. Обрезает. Обрезает оборону. И в итоге Артем Шлык снова забивает. 10 номер идет на замену. Все снова появляются на площадке. 4-1. Остается играть где-то минута. Очень мало времени, чтобы отыграться. Никита теряет мяч. Удар пяткой. Очень красивый гол получается у Игоря Хибенькова. 90 номера. 5-1. Да, голкипер реагирует. Да, вот уже тут шансов выручить не было. Забивает Руслан Воронцов. Празднует гол в стиле города Бейла. 6-1 уже. Константин надежно действует. Переводит на угловой.
мяч в воротах. 6-1 Алмаз побеждает. Выходит в полуфинал. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи.